Что-то все сложно, все страшно, и как-то это все пришло к тому, что мы смотрим квартиру. Пытаемся купить квартиру в Обнинске. Я серьезно. Уже буквально третий день. Надо, чтобы как-то что-то должно измениться. Я не знаю. В порядке знакомства почитаю вам стихов от старых к новым. Таким образом, проиллюстрирую понятие «время». Там есть упоминание часов и каких-то временных отрезков, но весьма номинальное, мне кажется. Так стихают стихи, затухают, так стекают последние строчки. Время тикает и тикая, утекает песком-песочком сквозь стеклянную талию часа. Время физиотерапии. Мне назначено облучаться бесполезную лампой синей. Лампа пылью горячей пахнет, и моя лаборантка Валя пишет в карте коряво, наспех, и еще раз часы мне ставят. Валя зла, ее зять охаял незаслуженно и прилюдно, и досада не затихает, проливается без прелюдий на чернила, часы, растенья, пациентов, врачей и прачек. Штиль на море и мелкотемье, и безрыбье, и безрачье, и безбрачье. Лампа гаснет, я незрячая жду прозренья. Я не зря согласилась на 7 дополнительных дней лечения. Время лечит и утекает сквозь песок и стихи без срока. Как медузы на солнце тают и стекают соленым соком. А у тебя там жарко, 32. А я тут пересаживала юки без всякой надобности, просто на досуге, чтоб чем-то наполнялась голова, чтоб можно было перепачкать руки и песенки родийной подпевать. Сегодня мне казалось 32 немного, если жизнь случится длинной, и правильная доля для Мальвины — вынашивать, варить и вышивать. Когда вы вышибаете клин клином, то клинописью кажутся слова. А у тебя там ясно 32% влажности, и не прогневан Индра, мне и мандры припомнилась палитра. Я фотографий том перетрясла. И день закончился, и беленькие титры плывут по черной плоскости стекла. Я еще немножко почитаю стишка 3. Можно, чтобы сократить немножко время моего стояния на сцене и дрожание, как осиновый лист, можно не хлопать между стихами. К 4 часам настает жара. Застываешь, голову вверх задрав, изогнув позвоночный стержень. Небо светится изнутри себя наподобие мутного фонаря. Из асфальтовых черных трещин поднимается плотный зловонный жар. Память делает первый неверный шаг, обонянью навстречу. Снова видишь, как от локтя к плечу, не имея сил предложить ничью, еле движется ложный шершень. Под рассохшимся яблоневым дичком вдоль оврага собака лежит ничком, и все жарче, и запах резче. Над костром на палке висит ведро, и его гудроновое нутро закипает и громко дышит. Подаешь рогаткой ведро наверх, и на вдохе лестницу одолев, заливаешь гудроном крышу. А обратно страшно, что по смоле, и на женский глубокий горячий след наступаешь своим поменьше. А потом проходит 1500 лет. Застываешь солнечный, чуя свет, словно пойманный ловкой вершей, объясняешь путано сам себе.
что ни дома, ни женщины больше нет, а всего лишь асфальт потекший. Когда всю ночь до школьного будильника читал книжку про маленькую девочку, у которой умерла любимая бабушка. Про маленькую-маленькую девочку. Маленькую-маленькую-маленькую. Когда с утра читал ленту и абсорбировал тонны человека ненависти. Когда мама сказала, что поцарапала машину. Когда Игорь сказал, что поцарапал машину. Когда я сказала: «Папа, я помню про день ее смерти, но я не приеду». Когда я сказала: «Мама, я поздравляю тебя с днем ее рождения или соболезную, не знаю, как сказать, я помню, но я не приеду». Когда, наконец, написали Лена, Яна, Кристина и Лада, Игорь и Катя, мол, что случилось? Когда Володя перезвонил. Когда Таня сказала: «Да я ночевала тут рядом. Давай я приду, если хочешь». И правда пришла. Миндальным намазала маслом. Горячим шелковым маслом. Сказала: «Ну что, успокоилась, что ли? И молодец. Да само оно все решится. Давай поиграем в нарды. В длинные, длинные нарды. В бесконечные нарды. Поеду я, не болей. Ты глядишь на часы, а всего только 8. И прежде чем спать, придется еще пожить». Вот смотрите, верлибры не вызывают аплодисментов. Не становится все равно. Не проходит и тянет. Кто зачем тебя ждал 20 лет тому и без толку? Кого и зачем ты ждала сколько лет тому, всякий раз не менее 20 минут? Кто, какие и как резал овощи в суп? Какого и где искал парикмахера, назначал свидание в социальной сети? Как прошло? Я варила большие супы. Опаздывала на свидание, жила в интернете. Я ждала тебя 20 лет. Дождалась и теперь еще жду, что пройдет. Еще 3 года и все. 3 года на все про все. На кофе и на кино, на слезы в метро, на очарование. Разочарование, 1001 скандал, 1001 любовь, на 6 циклов терапии, пару неудач, на алым горящую, старородящая. Мне 37 лет, меня скоро нет, уже не успеть. Старость и смерть, короткая злая жизнь. Долгая, долгая смерть. Бесконечный список потерь. Терапевт говорит: «Дружок, ну не мучай себя теперь. Лена, все будет хорошо. Яна, все будет хорошо». Спасибо.